Друзья, всем привет! Мы сегодня вырвались на рыбалку, на карася, на донную снасть, на червячка. Сегодня у нас погода, конечно, ветрена, но солнечно. Примерно, ну, плюс 10. Конечно, задувает, но приходится терпеть. Сегодня будет обзор лодки Мишима. Ну и, в общем, я уже ездил на этой лодке, на весновку. Испытали ее, в принципе, неплохо. Лодка выглядит. Удобная лодка. Немножко попозже я вам расскажу про характеристики такой лодки. Ну, ветер капец, конечно, сегодня. А пока мы начнем нашу карасиную рыбалку. Так, у нас сегодня рыбалка на карася, на донную снасть, на червя. Здесь вот такая вот заводь. Будем сегодня ловить карасика. Тин-тин-тин-тин-тин. Что, закинула? Что-то есть, да? Да есть, да, катушка не закручивается. Небольшой. О, так это ротан. Он сейчас заглотнул серьезно там. А, давай. Ну-ка, покажи его. Ну да. Придется сейчас щипцы доставать. Красивый, смотри, какой. Да, красивая рыба. Как бычок. Сегодня у нас ветер холодный, плюс 10 градусов, вот надо чайком греться. На, чай. Thank you.
маленький, вообще маленький. Давай, то как-то тяжело. Совсем маленький. Да, есть. Пучок травы, да? И карасика. Опа. Легко что-то, нет. Или да. Да, да, есть. Ага. О, нормальный. Дерзкие поклевки. Очередной. Два. Два, да? Да. Да, это нормально. О, еще ничего травы целая тонна. Нормально, дуплетом. Сегодня я жгу, да? Жгешь, да. Наташа зажигает. Все, оставляем, да? Тяжеленькие вообще. Нормальные такие, прям как два братца. Угу. Одинаковых. Так, вот, наверное, последний карась у нас на сегодняшний день. Ага. Идет нормальный такой. В общем, друзья, отрыбачились. Вот чуть больше 20 карасей поймали. Сейчас немножко в сторону отложу. Ну, сегодня нам помогала лодка. Вот такая вот корейская лодка. Фирма Мишима. Отличная лодка, мне очень понравилась. Вот, допустим, даже приезжаешь, начинаешь ее накачивать, люди подходят, смотрят, осматривают, говорят, что за лодка. Ну, я начинаю объяснять характеристики. Ну, давайте пробежимся немного по характеристикам этой лодки. Значит, баллоны, плотность ткани 1200, днище, надувное дно 1400 плотность. В общем, там еще есть дополнительная броня, нашивки по 5 миллиметров по бокам. Там еще где-то есть, я пока что точно не помню. Потом, если что, в следующих видео расскажу, покажу. Значит, она очень вместительная. Мы вот на весновку ездили на несколько дней, на 4 дня. Офигенно себя ведет. Грузили лодку вообще много. Тут целая гора была вещей, мы вдвоем были. Сколько шмоток погрузили, она очень вместительна. Ну, на глиссер, конечно, вдвоем вот с таким шмурдяком не выйдешь. Потихоньку дойти можно, но вместительность вообще прям зашкаливает. Очень много всего набрали. Полная лодка. Ну, единственное, что она, да, она как бы на глиссер с таким двигателем. Марлин не выходит на глиссер, надо помощнее двигатель ставить, если очень много грузить. Но вдвоем так, в принципе, неплохо идет. Сидишь вдвоем, можно троем, вот немножко вещей наложишь на глиссер, легко выходит. Вот
Двигатель Marlin 9.9, ну, заточен под пятнашку, то есть он раздутый на 15 сил. В удобстве, да, офигенно удобно, даже лежать можно, вот так вот ложишься, ноги сюда, голову сюда, и как вот эти вот фальш-борта помогают, допустим, можно даже поспать на лодке, это очень удобно. За счет таких фальш-бортов много можно вещей нагрузить, они вот... Вещи нагружаешь, а они как бы держат. Можно еще веревкой там перетянуть, чтобы у вас вещи уже на 100% никуда не делись. Очень удобно, классная лодка, мне вообще понравилась, неплохо идет. Остальные характеристики я вам буду рассказывать в следующих видео. Как она себя ведет, покажу неудобства. Одно единственное неудобство, это она немножко, конечно, парусит. Когда один, вообще парусит, ну, как-то неприятно, когда сильно парусит, начинает тебя сносить ветром, если особенно когда большой ветер, сносит ее. Но когда нагружаешь больше груза, более-менее. Вот, это пока есть один минус. По остальным удобствам, минусам, там, плюсам я расскажу уже в следующих видео. Ну, в общем, как-то вот так, ребята. Вот как классно, мне понравилось, офигенно. Куча опций, опций здесь, ручек куча, я потом это все буду показывать, рассказывать. Друзьям тоже понравилась лодка. Сказали, нифига вы нагрузили. В общем, понравилось. Есть у днища предохранительный клапан. В общем, два предохранительных клапана. Это у баллона основного, вот здесь вот, и у самого дна. Ну и еще чуть не забыл. Длина такой лодки 3,70. Есть еще в комплекте идет чехол такой огромный. С большим запасом места. Вот так вот укладываются лавочки и весла, складываете лодку и сверху ложите и затягиваете. Даже если вы небрежно свернете лодку, в такой чехол лодка помещается. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал. Кому что-то интересно, спрашивайте, отвечу в комментариях. Вот, лодка классная, сразу говорю. Буду еще про нее рассказывать, я еще про двигатель расскажу. Отличный двигатель. Оставляйте комментарии, лайки. Ну и все, всем счастливо. Всем до следующих рыбалок.